Доклады положительные, а на деле ряд подводных камней. Формальный подход к работе с детьми областных департаментов раскритиковал глава региона Ростислав Гольштейн. К примеру, судя по докладу начальнику управления семейной политики и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Марины Авачевой, трудных детей становится меньше. Так, в 2020 году на профилактический учет поставлено 615 несовершеннолетних. Снято с профилактического учета по причине улучшения ситуации 426 несовершеннолетних. В 2020 году по причине улучшения ситуации снято с профилактического учета 36 семей. Из них 50% это семьи, которые находились на межведомственном учете. Представитель прокуратуры отметил, в автономии увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в семьях. Выявляются они не сразу, а по истечении относительно длительного времени. Губернатор ЕО Ростислав Гольштейн поручил усилить взаимодействие между субъектами профилактики и правоохранителями. Без системы взаимодействия всех органов государственной власти, правоохранительных органов, мы никогда не сдвинем с мертвой точки. У нас всегда будут проблемы. Не закрывайтесь себе, контактируйте, я так понимаю, Александр Геннадьевич все необходимые распоряжения даст, если у вас какие-то были проблемы. Отдельная тема – самовольный уход детей из социальных учреждений. По информации представителей областных ведомств, большинство беглецов – воспитанники второго детского дома. Ростислав Гольштейн поручил зампреду правительства Илье Семенову создать рабочую группу для профилактики самовольных уходов и выявлению причин побега. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.